Приветствую вас, дорогие друзья. И после небольшого затишья сиракузы возвращаются. Возвращаются, чтобы победить. А у нас начались финальные серии. Финальные серии прохождения по сиракузам. Итак, собственно говоря, давайте посмотрим диспозицию. Как мы видим на мини-карте, у нас фактически вся Иберия, вся Африка уже под нами. Действительно, если посмотреть, то и африканцы, и карфагеняне, и испанцы, и берийцы, все, теперь это все наше, эти народы теперь полностью подчиняются нам. Нам осталось фактически сделать лишь последний рывок перед тотальным доминированием. Доминированием в регионе, да, это, собственно говоря, захват, а желательно полное уничтожение Рима. Ну, насчет полного уничтожения Рима не знаю. Вообще, я, по крайней мере, я буду довольствоваться хотя бы тем, чтобы у нас была военная победа, да, то есть получить власть над следующими 6 провинциями. Давайте еще раз посмотрим по целям. Ну, во-первых, это Сицилия, это Африка, это Корсика и Сардиния, это Великая Греция, это Лация и Кампания. Вот, собственно, и все, да? То есть Лация и Кампания у нас три римских города. Рим, Тарацинна и Капуя. Капуя, не знаю, как правильно ударение сделать, поэтому извиняйте, если что. В принципе, мы уже подвели свои армии к этим трем городам. Затем Великая Греция. Великая Греция состоит из 4 городов. Это Тарент, Кротона, Буксент и Фурий. Опять же, армии мы свои подвели к Кротоне, 2 армии у Тарента. Но потом, конечно же, мы кого-то из них, наверное, все-таки пламя Гефеста пошлем дальше на захват Фурии и Кротоны. Точнее, либо Фурии, либо Буксента, потому что на Кротону у нас пойдет изящество Грифона. А на Тарент нападут яростные химеры, потому что у нас тут есть баллисты. А вот пламя Гефеста, он по-быстрому хапнет Фурии и Буксент. В Сицилии. На Сицилии, на самом деле, все тоже довольно-таки хорошо у нас складывается. У нас тут залетная армия римлян. Громовые стрелы Тина. Но сейчас сыны Реи уже подошли, и мы их скоро также атакуем. Лилибей по-быстренькому отхватит укус Василиска. Ну и, собственно говоря, после уничтожения громовых стрел Тина, наши сыны Реи пойдут на Мессану. Там, конечно же, они встретят, судя по всему, ожесточенное сопротивление, но я думаю, наши справятся. Ну и надо уже добить гадов в тылу. У нас здесь 2 города римлян, Туристы Малени и Капса. Тем более, что мы видим, у них очень плохо с общественным порядком, поэтому их также надо уничтожить и забрать себе. Ну, а, собственно говоря, Корсику и Сардинию мы с вами захватим Блицкригом. Города здесь только лишь с гарнизоном, и я сразу направил на их захват флоты. Да, то есть мы даже пешую армию не будем отправлять, здесь сыграют свою роль флоты именно. Они по-быстрому захватят, собственно говоря, Корсику и Сардинию. В конечном итоге, как я смотрю, в принципе, на все про все нам хватит буквально пары серий, если не будет никаких особых проблем. И мы с вами закончим это прохождение, но, блин, эти пару серий, я чую, они будут эпичнее, наверное, всего, что мы делали на канале, потому что дать по сусалам Риму, это дорогого стоит на самом деле. Так, ну и, конечно же, не стоит забывать, что их прихвостни не могут активизироваться, создав нам таким образом лишние проблемы. Ну, посмотрим сейчас, как тут дела у нас пойдут. У нас еще протекторат Массилия, надо об этом не забывать. Плюс ко всему посмотрим, у нас же тут еще и в военном союзе этрусские с самнитами. Они протекторатами являются также Рима. Ну, посмотрим, насколько они будут лояльны своему хозяину. Ну что, я думаю, пора уже начинать. Предварительно давайте на всякий случай засейвимся и начнем. Начнем мы с Каралиса. Атакуем. Объявляем войну Риму, наконец-таки, и смотрим за делами. Да, мы объявляем войну Риму. Что же, у них союзники этрусские самниты, у нас также этрусские, также самниты, плюс еще Массилия. Мы зовем союзников на помощь, само собой, и посмотрим,
Посмотрим, как они кто отреагируют. Воу. Разговор окончен. Мы будем рады присоединить твои земли к римским владениям. Как бы не так. И что же мы видим? Самниты присоединились к нам против коалиции Рима. Союзники, которые отказались помогать Риму, это как раз-таки самниты и Массилия. То есть, единственный союзник римлян это этруски, но опять же, этруски довольно-таки слабы, как в военном, так и во всем остальном деле, самниты намного сильнее, воу. Отлично, просто отлично. Итак, плывем захватывать Коралес. Нападаем на Рим, ну, тут даже и разговаривать не о чем. Первым у нас пойдет Коралес. Давай, топись уже, мразь. Почти без потерь. Оккупируем эту область. Так, все, Коралес наш. Перестраиваем его полностью под свои нужды. Так, и военный порт, конечно же, военный порт. 4-й левел, да, тут. Военный порт прежде всего. Так, что у нас здесь? Пища минус 10, так. Невольнический рынок, да в принципе нафиг нам не нужен, академию строим. Доход от культуры, да? Пища минус 10, ничего страшного. Жратва. Влияние помоек на общепорядок. Где меньше? Меньше у нас невольничий рынок. А вообще, давайте нафиг снесем это все дело. Стоп. Так, гипеи всякие, это нам также не надо. Все, короче, в Коралесе разобрались. Так, ждем, пока ребят у нас переобучатся. Следующий у нас идет Ольви. Также, не мудрствуя лукаво, атакуем поселение. Также не будем сейчас особо обращать на это все дело внимание. Также они у нас подыхают. И также перестраиваем под свои нужды. Так, где у нас тут общий порядок? А вот у нас общий порядок. И Алалия. Кончаем с ними по-быстрому. Это просто у меня не в приоритете особо, поэтому я так и делаю. Обычный режим, а с Алали тоже кончаем. Так, у нас повысился империя очередной. То есть еще одно деление, и все, мы там вообще полностью богами будем. Так, в первую очередь, что нам надо? Давайте посмотрим, так, ближний бой. Давайте грозные морские пехотинцы, чтобы были у нас. Грозные морпехи, чтобы нас все боялись. Ну и также рощу нимф построим. Так, ну казармы гопников. Все, короче говоря, проблема с Корсикой и Сардинией решена. Давайте посмотрим, все, Корсика и Сардиния наша. Что нам еще осталось взять? Сицилию, Африку, Великую Грецию, Лаций и Кампании. Итак, теперь давайте... Ага, к сожалению, нет у нас сейчас возможности захватить туристы Малени Капсы, но это у нас будет на следующем году, станет возможным. А теперь давайте накажем римлян громовые стрелы Тина. Итак, эти ублюдки попадают в засаду, и сейчас наши позолоченные парни полностью в броню и оружие накажут их и... укажут, куда им идти этим грёбаным римлянам. Кстати, кто у нас тут? Публий Корнелий Сципион у нас тут. Ублюдок. Сейчас ты умоешься в крови, мразь. Итак, засада готова, и мы готовы также нападать. Начинаем битву. Да, их тут, конечно, очень много. Итак, собственно... сразу атакуем.
Квитосы всякие там, хренитосы. Так. Даем команду лучникам. На полный обстрел всего и вся. Так, ну и баллисты, да? Баллисты. Давайте кого-нибудь... Кого-нибудь уничтожайте там спереди кого-нибудь. Все, пошло мясо. Блин, вот сейчас такое мясо вообще пойдет. Так, римляне, римляне уже что-то начинают пугаться, да, как я вижу. Твою мать, мясо просто. Так, ну что, прям одно удовольствие смотреть за этой мясорубкой. Так, ну, давайте, знаете что, давайте сейчас отведем баллисты, не будем стрелять по римлянам, а то тут уже больше наших, чем их. Может быть, еще и заденем. Так... Еще бездействуем, ребята, продолжаем нападать. Продолжаем нападать на этих ублюдков. Мы должны их целиком и полностью сейчас разбить и уничтожить этих мразей. Да, попали ребята, давайте повнимательнее посмотрим на бой. Так, конница, конница. Так, от принципов лучше уходить вам на самом деле. Подальше куда-нибудь. А вот на вас мы сейчас нападем. Ну, в принципе, все. Принципы уже сдулись. Не те нынче принципы пошли явно. Явно не те. Вот раньше были принципы, да. А сейчас уже все перевели, есть время принципы. Только разве что триарии могут что-то сделать. Ну, опять же, видим наше римское мясо. Кого-то с лошадки сперли. На землю, с небес на землю поставили, да? Так, собственно говоря, это продолжаем добивать, тут уж осталось их не так уж и много. И, в принципе, мы их почти уже в бегство привели, да? Где остатки-то? Давайте посмотрим остатки. Где все-то у нас бегут? А, стоп, вдали? А, вот он, Сципион-то, ёпт. Ну-ка, давайте там добивать последних. Давайте, экстраординаров, смотрите, какие они стойкие, ребята-то. Так, дайте гоплитов всех на вот этих вот ублюдков. О, блин, у нас же тут баллисты. Твою мать, а чё... Почему я про них забыл? Блин. У нас две баллисты, короче, сняли у нас. Черт подери. Да, не ожидал. А то я думаю, где еще у меня две баллисты, а их, оказывается, выперли. Ну, ладно, не обратил внимания, тем более они еще тут в лесу были. Вот тут такая темная серая погода, я их банально не заметил, просто они у меня как-то из изображения ушли. Ну ладно, в принципе, ничего страшного, мы их и так сейчас добьем уже скоро. Добиваем этих последних представителей римской диаспоры. До конца уже догоним. Ну и празднуем очередную победу. Мы их разбили. Твою мать. Итак, добиваем этих противных римлян. Да, у нас, к сожалению, две баллисты пошли в расход. К сожалению, я про них забыл. Они стояли в лесочке, я ничего не видел. И вообще не виновата я. Они сами пришли. Так, ну еще, надо бы их как-нибудь во что их прокачать-то. Давайте знатоки осадного дела. Сделаем. Еще пригодится. Так, ну и, наверное, добить их пора. Хотя, знаете что, надо сейчас, наверное, распустить пару отрядов у нас. И наемчиков сделать его. Так, вот этих ребят объединяем. И вот этих вот тоже. Всех объединяем в одно.
Так, этих вообще распустим, и еще два отрядика, да? Так, где тут наемники, наемники, наемники? Стоп, 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 стоп. А, я путаю все время. Так, ну что, давайте конницу, да? Две штуки. Вот так-то намного лучше, на самом деле. Так, что дальше делаем? Добиваем ли их или идем на Мессану? Я думаю, наверное, стоит все же пойти, наверное, на Мессану именно, потому что... Ну, смотрите, тут он, в принципе, римляне-то, вот этот отряд, в случае чего, он вроде никакой угрозы особой не сделает нашим городам, тем более, что они сейчас на ускоренном марше все равно будут. Нет, хотя сейчас они в обычном режиме, но я думаю, все-таки надо своей армии пойти на Мессану. Действительно, их войска разбиты, римские, поэтому они нам ничего не сделают. Так, попробуем еще сманипулировать или ну и нафиг. Так, принуждение. У этого еще процент как-то низок, а почему у него ноль, интересно? Ну, давайте попробуем принудить. Задержан. Так, а у этого хрена у него, наверное, что... Как я понял, по нолям у него, потому что он типа сюжетный перс, что ли? Публий Сципион-то, да? Поэтому, наверное, его и убить нельзя. Ну, да ладно. Печально, конечно, но... Ничего не поделаешь. Зато вот этого хрена можно сейчас попробовать переманить, принудить его. Принудить на секс. Со шпионкой. Блин, он явно почему-то не захотел этого. Решил воздержаться. Ну ладно, тогда мы ему бромчик с чаем подстепим. Чтоб у него ничего не встало никогда. Так. Саглядатай, давай сделаем отравление колодцев. Правильно, отлично. Ах, только я совсем забыл, что у нас очков хода нету. Ходы у нас закончились. Так, что у нас далее здесь? Здесь у нас надо захватить Лации и компании весь полностью. Захвати меня полностью, да? Так, начнем с Капуи. Да, захватываем. Затем Тарацина. Также идем штурмовать. Иди. Давай. Давай, дорогой. Так, ну, здесь также никого не щадим абсолютно никак. Отлично. Тарацина наша. С минимум потерь. И пора перестраивать. Так, в пищу, все, все, в пищу идем. У нас уже, прикиньте, сколько пищи просто вообще. Как в Греции, да? Так, ну и Рим, собственно, почему бы и нет. Только у нас опять тут у нас тут ускоренный марш и нет хода. И я сейчас... надо, знаете что, надо кого-нибудь сейчас распустить и нанять наемных гоплитов. Так, посмотрим. Мечники в Тораксах. Вроде тут статы хорошие. Вот надо, наверное, вместо наемных кельтских воинов. Да, давайте два отряда наемных кельтских воинов сейчас распустим. И заместо них... наемных гоплитов наймем. Как-то поувереннее я с ними чувствую себя, свою армию убийц циклопов. Этруски тут еще стоят, вот в чем проблема. То есть они сейчас могут напасть по нашим позициям, а мы на ускоренном марше. Сейчас нас на марше поймают, такие вот сучки. Но все-таки я думаю, что ничего страшного не будет. Хотя тут из Карфинии еще могут прийти подкрепления, плюс еще с моря. Да, рядом с морем тут в море противники бдят. Поэтому надо, наверное, флотик вызвать. Пару флотиков. Все-таки, наверное, или... Или из Карфаген подкрепление призвать. Но тут проблема в том, что сейчас тут армия Рима куда-то плывет. Не знаю, куда, копии, Минервы. Так что, наверное, постоим здесь. Так, ну чё, а сейчас можно захватить Тарент, в принципе, попробовать, да, атаковать. Я думаю, наверное, и начнем нашими двумя армиями. Пришла пора захватить Тарент, друзья мои.
Что же, в принципе, как я смотрю, это не будет слишком проблем для нас, поэтому мы, не мудрствуя лукаво, начинаем штурм Торрента. Итак, ну что, пора уже штурмовать Торрент. Тоже, как мы видим, довольно-таки большой город. А, кстати, напомню, играем-то мы все еще на 13-м патче, 14-й пока в состоянии бета-версии проводится. Вот. Я его поставлю только, когда он официально выйдет. А то там, не дай бог, опять какие-нибудь там фиксы краш будут. Так, ну что, в принципе, давайте атаковать сначала, наверное, что у нас? Башни лучников, да, центральные? Чтобы потом не было проблем с обстрелом. Поперли. Пли. Наступаем. Обстреливаем огненными стрелами. Ой, огненными этими снарядами. Что-то я совсем уже заговорился. Так, а вот наша вторая армия, да? Ну, которую мы сейчас в бой, наверное, особо посылать не будем. Я хочу, чтобы ребята тут были в целости и сохранности. Они нам еще пригодятся для взятия других римских городов. Вот, пусть пока тут постоят. Смотрите, какие красавцы, да? Я аж прям вообще... Да, очень я горжусь тем, что собрал довольно-таки большую, мощную военную машину. War Battle. Ну что, бойтесь, гады, бойтесь. Так, сейчас еще один залп, и все. Минус одна башенка, и сейчас будет минус вторая. Ждем. Отлично. Ну а теперь можно заняться уже и пробитием стеночек. Чем мы, собственно, сейчас и вплотную займемся, девочки. Вперед, ублюдки. Что, боитесь, да? Боитесь, гады? Правильно, что боитесь. Сейчас вам это явно не поможет, даже ваши страхи. О, они уже начинают бояться. Они уже начинают бояться, отлично. Ну, теперь вас даже и стены не спасут. Скоро мы вас разобьем. Так, половина зарядов уже истратилась. Ну, я думаю, на пробитие двух стен вполне хватит. Как-то у второй стены не очень хорошо идет. 57, 63, 69. Отлично. Пробиваем потихоньку. О, падай, мразь. Я даже хочу посмотреть этот момент. Goodbye, my love, goodbye. Так, ну и поможем сейчас второй баллисте. Блин, они вышли наперед, твою мать. Что я не посмотрел этот момент. Так, в принципе, бросаем тогда все. Вот хорошо, что я вовремя посмотрел. Вот гады, а. Так, надо тогда торрентиц впустить. Смотрите, гады, что творят. Надо тогда их покарать. Надо тогда их покарать. На дне левисы, гады, а? Ладно, сейчас их конницами своими потравим нафиг. Блин, какие наглые гады, а? Вы только посмотрите на них. Гастаты, блин, какие-то. Опять же, левисы. Ну-ну. О! Так, по своим не херачить, самое главное. Я вас прошу, по своим не надо. Блин, какой-то один плебс и левисы долбанные, а? Ладно, так, пока отменяем все. То сейчас своих заденьте, это я вас знаю, это вы любите. Так, ну тут уж наши разберутся с этим плевисом или левисом.
Откуда они пришли? А, это ублюдки с моря, я что-то совсем про них что-то и внимания даже не обратил. О, Гайнерон. Привет. А я королева. Так, надо тебя напугать немного, я думаю. Так, ну, Гайнерон уже колеблется, он уже боится, пугается. Так, все, от плебса мы избавились, отлично. Что это за ублюдки, почему? Не понял. Что, глюк, что ли? О, наконец-то. То я думал, это глюк. Так, давайте их тоже накажем. Так, сейчас КТ-шечку возьмем. И проходим, собственно говоря, друзья. Проходим. Не боимся, проходим. Нам надо еще завалить тут много-много римлян. Так, кто у нас тут еще? Все, эту армию оставим пока в покое. Пусть они, ребята, тут полностью живые, здоровые будут. Доброго здоровья. Так, поработайте, наверное, еще по... Хотя ладно, черт с ней. Ребят, уже и так патроны закончились. Фига там добивают. Дальнобойные стрелы, явно дальнобойные, да, у нас получаются. Так, сразу идем теперь на главную площадь. Ну твой... Не, ну блин, ну ребят, вы там хотя бы сами там думаете, что вы, блин, стоите и ждете, пока вас расстреляют. Что за нафиг? Будьте более самостоятельными, что ли. Так, ну все, идем по площади, по главной улице. Так, тут там... Вот, да, ребята, самые такие серьезные ребята. Ждут нас, уже не дождутся. Надо быстрее отсюда валить. Что-нибудь такие дальнобойные эти стрелы от башен. Меня они раздражают. Так, в одном месте они тут стоят. Ну, значит, их надо обойти еще, да? Рарари, гастаты. Короче говоря, гастаты и рарари у нас тут. Гарнизон ополчения, да, местного. Ну-ну. Ну, я все-таки думаю, что немного, наверное, стоит хотя бы конницы отправить граждан всадников. А, плюс у нас еще и тут отборные гоплиты, я про них забыл. Как-то у вас низкая скорость, ребят, побыстрее. В темпе вальса, я вас прошу, в темпе вальса. Так, давайте сейчас подождем еще наших избранных отборных гоплитов, пока они подбегут, чтобы мочить основную армию. Сейчас как раз еще сзади зайдем. Так, Драмей, кто у нас тут? Давайте тарантийскую конницу вот сюда. Ну да. Еще одну тарантистку пусть здесь останется. Так, это у нас, опять же, граждане-всадники. Так, конницу всю вообще лучше тоже в тыл. Сзади ударим потом. Так, а где у нас... У нас еще лучников, что ли, это нет, что ли? А, ну это все они во второй армии, да, у нас... Ну, пусть, наверное, не знаю, пусть подходит, не подходит даже. Даже не знаю.
Давайте еще больше конниц подведем. Так, они уже, ребят, смекнули, да, на это дело все. Плебс. Так, но основной кулак все равно будет тут. Направляем отборных гоплитов вот сюда. Блин, какие все-таки красавцы, да? Самая сильная пехота, по-моему, во всем этом дополнении. Так, сейчас образуем красивое построение и идем. Как же тут у нас? А, давайте вот так вот. Такс. И вторые парни у нас пойдут вот тут. Куда-то плебс убежал. А вот, да. Ладно, сейчас их простреляем. Так, основной парень у нас будет пускать драмею у нас с главной армией. Так, и, наверное, еще парочку вот сюда, и вторую парочку вот сюда. Плебс тут решил нам это немного нас сковать. Сдержать. Но у них это уже не получится. Секунд Лангини какой-то. Так, иди-ка ты к черту, секунд Лангини. К чертям собачьим. Мы атакуем. Мы начинаем. Как говорится, никто не посмеет остановить нас. Так, все, отборные гоплиты идут в бой. Сейчас мы им еще ускорение, так, придадим. Все, пошло мясо, твою мать, пошло мясо, ублюдки, еще вкусите, вкусите этого, вкусите, мрази. Одна красота. Посмотрите на эту красоту. Так, ну и давайте. В черепашку решили образоваться. Ну-ну. Ну-ну. Так, где у нас застрелы? Тарантийцы, давайте сразу на них. И сейчас в тыл нападем. И будет вообще красота. Ну, тут уже действительно можно посмотреть на все это мясо, что тут творится. А давайте им отключим тогда, наверное, держать строй, чтобы это все было более, так сказать, красиво. Позже шло настоящее real мясо. И заходим им в тыл все. Заходим им в гребаный тыл. Ребята пугаются и убиваются насмерть. Как мы видим, мораль очень сильно падает у местного гарнизона. И нам осталось лишь их только добить. Вот так вот мы захватываем римские города.
Итак, гарнизон мы полностью уничтожили. Само собой захватываем. Итак, Торрент наш. Опять же, перестраиваем его, блин, как же меня это радует. Вы даже себе не представляете, как же меня это, твою мать, радует. О-о-о, почему это невозможно построить, так. Нимфей. У-ху-ху, общественный порядок. А, это четвертый левел. Общественный порядок плюс 16, ни хрена себе, вот это очень хорошее воззвание, так. Все, собственно говоря, оставляем ярость яростных химер в Торренте, а вторую армию выдвигаем далее. Ух, прибыль от всей торговли, отлично. Полностью вообще девственная нетронутая армия у нас получилась, вторая, да? Так. Качаем этого парня в воина и ведем его дальше на фурии. Ну и, в принципе, что еще нам осталось делать? Да, наверное, все осталось нажать на следующий ход. Так-с. Че, действительно, может, пора строить нимфей, как вы думаете? 8 ходов. Хотя, ладно, давайте подождем. Так, сейчас меня поинтересует действие копий Минервы, куда пойдут. И куда еще пойдут эти ребята-то у нас из Карфиния. Наверное, все-таки вот будут убить циклоп валить, как я понял. Но у нас уже подкрепление есть в Тарацине, в Капуе. Так, и надо бы тогда кого-нибудь, наверное, вот сюда, поближе к нему. Героя пусть военной подготовкой занимается. Так, ну и головы гидры, так, сколько они тут будут? Ладно, давай, пусть ходик подождут, залечатся, а мы делаем следующий ход. Так, и сразу тут прокачиваем наших парней, как обычно мы это делаем. А, ну да, все ж получили свое, боевой дух всех отрядов плюс 2, конечно, их берем. Всех стратега. Так, тебя. Тебя, что тут у нас? Атака ближнего боя, рвение, так, благочестие, доход от культуры плюс 10. А что-нибудь еще? О, боевой дух всех отрядов врага минус 10. Да, вот. Вот что я хочу, чтобы на римлян наводился ужас, летящий на крыльях ночи. Тебя в солдата, ну и, наверное, все. Продолжаем наше наступление. Так, провинциальные дикты, говорите? Где же? А, у нас еще, мы можем еще провинциальные дикты делать. Так, хлеб и зрелищ, потому что у нас увеличился, ребят, империи, поэтому... Мы можем еще сделать провинциальный дикт. Ну, в принципе, где он нам нужен? Картуба. Давайте где-нибудь, где много провинций у нас. Вот, и Галеция, я думаю, очень охрененный вариант. Так. Че, ставку на урожай плюс 5 или стимуляции торговли? Так, доход от производственных зданий и от торговых сооружений. Вот, стимуляцию торговли делаем, вот, пусть, чтобы у нас вообще все отлично было. Итак, ждем ответа римлян, что они тут сделают. А, мирный договор, слушайте, да это... И это отлично! Ну вы поняли, да? Ну вы поняли. Пусть отплывут, отлично. Это вообще отличный вариант. А, на нас на этом ходу не нападут, так, но, конечно, они решили сейчас идти к
тому, что у них хотя бы тут есть. Ясно. Ну, хотя бы они на нашу армию, которая у нас сейчас на ускоренном марше, не нападут. Это уже гуд, это вообще отличный вариант. Ну и, собственно говоря, вот такой вот блицкриг, да? Блицкриг. Явно они, римляне, этого не ожидали. А, плюс к всему... Ах, восстание, значит. Ну, ничего страшного. Так, в Галиции у нас эдикт поднят. Несезонные условия, блин, сколько их тут много. Сейчас мы все свои армии, которые были, скажем так, на... На чем они у нас там были? На ускоренном марше. Сейчас мы их по-быстренькому переведем в обычный режим и продолжим нападение. Хотя можно попробовать вообще их тут... Так, Коралис, да? Так, что у нас тут еще с Коралисом? Вот так вот сделаем и армию. О, отлично. Ну-ка, римляне, а... Вообще, ну-ка, я хочу вас с протекторатом сделать. Не хотите, мрази? Ну ладно. Ну ладно, значит, мы продолжим с вами воевать. Так, теперь что у нас? Теперь, кстати, можно захватить сразу и Рим. Вообще красота. На красоту. А в очередной раз объявляем войну, хотя стоп, погодите. Так. Надо подвернуть свои войска поближе. Вот, отлично. К Кротону поближе. Поступить, так. Ну и атакуем еще раз. Да, вот такие мы ублюдки. Так, Рим. Рим будет нашим. Ох, как я это дело обожаю. Вы себе даже не представляете. Как я люблю это дело. Так. Сбрасываем все это дело. Храм Марса. Нет, ну нафиг, строим рощу нимф также, да? Роща нимф, только роща нимф и ничего более. Так, кораблики у нас. Так, ну, блин, к сожалению, у нас тут восстания могут быть. Я бы сейчас, конечно, бы свой флот бы поставил бы поближе. Ну, блин, да, ребят, тут уже реально на автомате идет все. Тут уже реально на автомате. Так, ну здесь все нормально. Эллинистическая культура, все отлично. Так, храм Ареса, Ареса. Так, Посейдон давайте еще, чтобы было еще пища, а то что-то у нас маловато пищи. Продолжаем принуждать. Ах ты твою мать. Зря ты это сделал. Зато вражеский агент переметнулся, и сейчас мы нападем по Мессане. Сила почти наравне. А, громовые стрелы Тина все-таки успели дойти. Так, ну а сейчас у нас есть шанс их полностью добить. Ну да. Добьем мы их и захватим Мессану уже в следующей серии. Что, вот так вот бодренько мы начали потихонечку, по-быстренькому выпереть римлян из своих земель. В принципе, наверное, еще вот это и еще одна серия, как я понял. И, в принципе, можно с ними кончать, я думаю. Еще где-то две серии, пара серий, и мы выиграем эту кампанию. Замечательно. Оставайтесь с нами. Всем пока.